Невероятная концентрация красавиц и модниц, почти все с профессиональным макияжем. И это не случайно, поскольку повод, который собрал здесь всех, это открытие новой студии Яны Панфиловской. Путь, на самом деле, длиной 12 лет, и это такое мое детище, можно сказать, как третий ребенок. И я очень, конечно, рада, что это случилось, потому что хотелось именно свой бренд, потому что я уже работающий визажист, я давно работаю, и хотелось что-то такое особенное. Поэтому мы организовали пространство именно для клиентов, которое будет объединять наших мастеров, наших клиентов именно уютом, атмосферой. И вот это я хочу донести. Я всегда думаю об этом и смотрю на свою половину. Мне кажется, она работает 24 часа в сутки. Просто. Так, это нереально. Я думаю, что она фанат своей профессии. Она очень любит свою профессию. Она живет только ею. Я смотрю на нее просто вверх. Постоянно вверх, как на солнце. Потому что я мало знаю таких людей, которые прям живут именно своим делом. Вести за собой к вершинам совершенства Яна способна не только супруга, но и своих учеников и коллег, среди которых немало известных визажистов. В этот вечер команду Яны можно было узнать по униформе – черный костюм, золотые глаза и красные губы. Открытие студии – это очень важное событие, потому что это наше дальнейшее развитие, так же, как и Янина, так же и наше, мы развиваемся вместе и растем. На самом деле мы шли к этому достаточно долго. Самая первая наша студия была около 13 или 15 метров, она была прям малюсенькая, микроскопическая, где-то 1/10 от этой студии. И мы, честно, я не ожидала, что будет такой размах, но я очень рада, я надеюсь, что мы завоюем весь мир. Для меня профессия визажист, я, наверное, так отвечу, это творчество, и я люблю именно эмоции, которые мы получаем от наших клиентов, которые уходят красивые, довольные, счастливые. Для меня это очень важно и, наверное, главное в этой профессии. Профессия визажист для меня в первую очередь это не как профессия, в первую очередь это мое хобби. Вот, я вообще этим живу. Для меня это не какие-то отдельные, грубо говоря, выделенные детали. Для меня быть визажистом это подчеркивать естественную красоту девушек. Для меня быть визажистом это показать свое творчество, свое умение, мастерство и самое главное – это общение с людьми, узнавать людей, общаться, и для меня это дорого стоит. Это хобби больше всего, потому что должно это нравиться в любом случае. Ты должна от этого кайфовать, получать удовольствие. Я получаю удовольствие, и мне это нравится. А для меня профессия визажист – это в первую очередь эстетика. Эстетика во всем – в образе, в красоте, в работе в первую очередь. И, соответственно, я создавала такое пространство, которое будет отвечать этим требованиям. В заключительной части вечера мастер-класс Евгении Ежовой «Sexy Glow Makeup», основанный на сиянии и блеске. И обязательный элемент любой вечеринки визажистов – парные, групповые и индивидуальные селфи.